И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я сниму для вас, как обещал, тест по Монтагрому. В принципе, снимаю это в тот же день, такой уже вечером. Сейчас я со мной Назик в конфе. Алло. Это как Назик, как в прошлом летсплее. И я снимаю сейчас в конфе, у меня нет Назика. Да? Хае конфе Назик. Нет, еще не помнишь прошлый летсплей, как начинался? Тебе такой, я тебя убил, ты такой, все, битка, я с тобой не играю. Такой, да, сегодня мы начинаем летсплей без Назика в конфе. Да. Кстати, я прорекламил свой видосик, я понял, написал, типа, в комментариях под новым видосом на канале TankX официальным, типа, пацаны, я тоже снимаю TankX, типа, го смотреть, короче. И у меня куча новых комментариев появилось, ребят, спасибо, что хейтите мои видосы, мне очень нравится читать. Мне любые комментарии радуют, серьезно, даже комментарии, там, ты ублюдок, ты мразь, меня очень веселит переписываться с такими идиотами, которые думают, что мне не насрать на их мнение. Но по сути, это мне очень весело, реально, очень забавляет, наверное, такая переписка. Поэтому пишите комментарии, даже если вы меня ненавидите и считаете, хотите, чтобы я сдох, пишите комменты, мне это очень нравится. Да, а если вы любите Святика, напишите кукосик. Да, напишите, что вы меня любите. Мне тоже будет приятно, на самом деле. Кукосик. Кукосик. Боже мой, ты не сможешь сказать, как Диана, никогда. Кокосик. Какой? Это может только Диана. Кстати, Диана мне обещала скинуть русских сижек, прикинь, я ей почту скину, она мне скинет русских сижек. Окей. Бам. Да ёб твою... Короче, гром кусок говна. С него нереально... ну да, она шкурит. Так. Бам. Боже мой, всем насрать на то, что сигареты с 18, я тебя умоляю. Короче. Мне не продают. Ой, я тебе не ваншочу? Блин, фу, жопа. Громко сок говна, я даже не могу кого-то. Ну, нафиг ты мне боишь, куда я передадешь? Чувак, я просто. Прости, я просто хотел посмотреть, ваншочу ли я тебя. Короче, гром мне не нравится. И, во-первых, я на нем на основе никогда не играл, и мне. Я не умею нагибать на этой пушке. Во-вторых, не знаю, ну что-то мне не прет. Вот не знаю, пацаны. Вот я играл на громе на основе. Идеальна пушка, прям тащить. Це М4, це такая имба. Ну, правда, не вся имба мешала. Ну я не знаю, у меня на основе есть гром М3. Я вот недавно тоже покатал, юзаю всю нарку, как могу. И нихера не получил удовольствия тут от игры вообще. Тебе не М4. Ну я зашел биту без МПК, так что не надо. Ну, бля, ясно, что вам биту без МПК тащить не будет, там ничего не тащить нафиг. Ой, это какое-то говно, короче, а не пушка, не знаю. Но я, в принципе, могу сейчас вырваться на первое место, так как я все-таки использую припасы. Но если я считаю, если ты не можешь, не используя припасы, выйти на первое место, то пушка кусок говна. Или ты нуб ебаный. Одно из двух. Ого. Голд, заебись. Долит. О, отлично, я как раз сдох на голде. Так, ребят, золотой ящик. Сейчас Назик нас тут прочекает, он же настолько быстрый. Я нашел. Вверх. Самый? Блять, иди в жопу! Вверх, короче, наша база. О, ну, в смысле наша база. Ну, короче, вверх. А, я бачу. Если там взлетит, то сейчас будет. Да. Я забыл, что 10 секунд удобных лететь. Вроде да. Хуй его знает. Блять, беру. Боже, нет! Я тоже брал. Твою мать! Какого? Чувак, ты что, на меня не залез? Не, мне ты даунский васпик цей. Сука! Какого? А я понял, я залез и я не смог двигаться. Я стоял на всех и не мог двигаться. Жесть! Я тоже не мог двигаться. Твою мать, такая обида. Я нашел, я наконец-то играю на мамонте на Рио. Я, сука, нашел голд и я его не взял. Чувак, такая обида, чё? Я походу знаю, как замутить баг, но знаешь, что ты голд забагался? Да. Как? Короче, мене так же само забавився. А знаєш, як це було? Я на пісочці спригую на голд, коли він в польоті, і він багається. Серйозно? Да, на основі є така ж баг, що тільки ти один не можеш брати. Да, тут походу всі, да? А тут всі не можуть брати. Боже, такий бред. Кстати, голдик тут потім взявся таки. Так, голдик потім береться. Угу. Просто деякий час він не береться. Можемо би спробувати. Хоча я видел, как чуваки спокойно сквозь голд пролетали и брали голд. Ну, потому что это не завжди багается, так же на основе тоже не завжди багается. Не, на основе на тишке, ой, там на Рио всегда. Ну, це Рио. Ну, друг тут не все... Ну, короче, не знаю, можем быть потестить, короче. Слушай, иди ты нахуй. Писька. Бля, голд обидно, пизда. Ты, кстати, реально, ты мог на меня залезть и взять с меня. Я бы, конечно, дико орал бомбил. Але васпик, я по нему не еду. Угу. Я тоже! Тут, короче, кончено сделано еще, ну, паркур и все это, короче, ну, как оно называется? Окей. Короче, танки, когда... Блядь, я не знаю, как это сказать, сука, у меня... не хватает словарного запаса. Скажи за меня. Что ты хочешь сказать? Вот, соприкосновение, короче, танков хуево сделаны. Вот. Короче, не могут танк на танке кататься. Взаимодействие, да, взаимодействие, вот.
Короче, танк на танке еще не может кататься, танкопорнуху еще нельзя снимать, к сожалению. Бам. Я так тяжело вздохнул, а на спраде меня просто убило, когда я собрал фулл на армию. Бля, это бесит. Это бесит. Ой, там бронька лежит. Блядь! Я успешный пацан. Это бы бачу. Я успешен, я успешен. Сядик, Сядик, я твою броню возьму. Бей. Да. Красавчик. Я на фунтик. Красавчик. Бля, мне так и звание, вот тут самое какое-нибудь название. Мне так здесь они боебальники дуры звание. Ты знаешь, танк онлайн сейчас? Да-да-да, знаю, да-да-да. На трейте. Суки. Алик, знаешь что? Ой, блядь, меня убьют сейчас. А, нет. Знаешь, что обидно, что у меня сейчас дико подлагивает, я не знаю почему, вроде бы открыт только скайп, как бы, но, блять, аптечка зря стоял. Вроде бы открыт только скайп, я не думаю, что скайп сам по себе может так сильно грузить, я вижу. Я не думаю, что скайп может так сильно загружать интернет, чтобы меня так лагало. Вроде бы еще открыто ВК. Ну, не знаю, блять, я не знаю. Так, можно пытать, я майся фуловый, потому что 2000 перехвачатов. Он тебя шотил. А гром пиздец, когда машет на ДДшке. Так, сейчас, секунду. Я закрою к херам ВК. Все, у меня открыт только ВК. Ой, только этот, только танки X и бандикам. Все, блядь, я не знаю, кого хрен так подлагивает. Я после этой катки я буду хотя бы походу рикошет або грома. Рикошеты лучше. Ну хотя, ну видишь, я на громе тоже, в принципе, накипаю, но просто я немножко от него плююсь, потому что я не привык. А к рикошету, ну ты знаешь, у меня на мульте рикошет. А ты знаешь, ПКД? ПКД. Ясно. Лучше рикошет. Я рикошет спокойно держал биты на первом месте, не наря вообще, поэтому на твоем месте я бы лучше качал бы рикошет. Да? Бля, я этих бронзовых чел уже столько видел, что они меня вообще никак не ебут. Броня, да-да! Аптека, пошел нахуй отсюда. Идеально, идеально просто броня. О, минка. Пошел нахуй. Чекай секунду, я фуловый взрываюсь на мид, сильный урон на мид? Знаешь, что урон? Да хуя, он взрывает все. Ну я просто под броней на хорне. Я ж тебе говорю, мамонт на броне взрывается с одной минки. Не, ну, с одной стороны это прикольно, але с другой стороны это не прикольно. Не, хуёво, что мина все шотит, хуёво. Короче, что так хотел... Прикольно, как бы у нас немало хп в процентах, то есть у нас немало, або не. Не, ты едешь, ты на мінку, і ти на мінці, то вона тобі урону ще що не наносить, просто за тебе стопає, просто тебе типу гусениця ламає. Ну, да, дуже було б нормально. Ти можеш ремку зразу відремкати, або можеш... Подождати. Да. Бля, я не... Сука, я не знаю, мене, знаєш, що бісить? Прицелювання. От в танках Х не зроблена нормальна розкачка. Это... Блять! А ще не зроблена нормальна... От я тільки що упав. В танках онлайн я бы спокойно съехал бы вниз. А тут ты клюешь носом на мамонте. Я уже говорил это в каком-то своих видосах, но скажу еще раз. Вот ты клюешь носом, и все, и соси хуй. Так. Носом. Да, соси хуй носом. Пошел нахуй отсюда. Ты пробовал? Конечно, каждый день. Кстати, ребят, я не сказал, но я нашел, помните, я как-то плевался, что нет кнопочки убрать обережное управление назад. Есть эта галочка, есть, есть настройки в танках X, есть, и еще есть эти самые настройки. Блять, вот рикошет мразь. Еще есть настройки звука. Кстати, видите, вот опять когда чел зашел, он опять белый. Я не знаю, как это объяснить, то ли его обкончали, то ли что. Что ты меня сосешь, ты только резнулся, поц. А, чекай, сори, чувак, сори, я ж не видел, что ты. Вот я поц. Так, блять. Аптечки, а, броньки, все, короче, по КД уходит, я не знаю, не могу играть на громе, на рикошете мне как-то спокойнее гораздо. После этого сказаю карточку на рикошете чисто для расслабончика. А вот гром... Ну, как по мне, ребят, если вот вы в танках X реально думаете качать или нет, хотя, блядь, все уже новости прокачали, я просто для себя как бы делал обзоры разных пушек и корпусов. Но гром я бы не качал. Ну его нахуй. Я, когда выйдут этот самый, я начну прокачивать изитки, конечно же. Свои любимые, куда же без изитки. Потом рикошет, о, викинг. О, заебись, убей меня, придурок! Ай, блядь, аж на громе. Сука, 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 сука. Бам. Забываю, что гром умеет самоуничтожаться. Так, голда наверху там же нема. Не так, тогда я попробую чекнуть пляж. На мамонте, блядь, чекать пляж. Самое лучшее, что можно сделать, сука. Да, бляха, все, мне вас такие... А, где он, просто... блядь? Ой, он на другой стороне, чувак, он на другой стороне! Я не успею доехать, чувак, никак. Я ж мамонт. Я еду, я, может, даже возьму. Давай, удачи. Там викинг, если возьмет. Давай, прыгай! Нет, ты не успеешь. Соси! Блять, взял этот бронзовый кусок говна. Ну, блядь, блин, ну то есть, честно, блин, то есть сраный баск, тут говно на баске, я бы взял. Просто на там, я уже, ну, типа, уже ехал, уже спокину, ты да, он пытается что-то меня, бляха, толкать. Знаешь, что обидно, что мне нужно было не самоуничтожаться, а аптечку сожрать, я был там примерно возле голда, просто я смотрел не в ту сторону.
Нихера себе гром из плешек. Я с такого расстояния себя самоуничтожил, охереть. О, привет, Косик. Да. Я плаваю. Да, надо было мне тоже синюю краску надеть. Что? Надо было мне тоже, говорю, надеть синюю краску. Можем на бывать, давай, стой. Кстати, ты не в курсе, гром тот же может сразу дабл килл, трибл килл сделать, потому что у меня еще ни разу не получалось. Да, можно. А если бы мне казалось, что там сплэш будет фиговый даже. Да. Я вроде бы сплэш тут пиздец какой огромный, как у меня. Не, ну он огромный, только он дуже мало урона на смотрит. А, да? Я точно не знаю. Что-то у меня такая. Бам, умри нахуй. Так. Не знаю, мамонт, мамонт, как мамонт. Мамонт мне нравится, думаю, а вот гром. Что именно надамажив? А я ее знову аптечку и вырешил за нарыты. Мне нравится. Пошел нахуй. Ты знаешь, 10 раз дох, раз нужно припасы. Вот знаешь, какие там телек нам рассказывал, как он нарыв? Он типа 10 раз дох, типа ему припасы взял. А я тупо пока на пол нарки. А, о, типа в табель ты белый телек? Да-да-да. Он тоже. Пошел нахер отсюда. Мразь. Блять, вот нереально попадать, сука, с грома. Я не знаю, как это делают люди. Но в танках Хикс, блять, на громе. Это просто невозможно. Не камеру. Не, ну камеры нормально вертеть можно, ладно, но нельзя просто сделать так низко, как в танках онлайн. Хорошо. Но, блять, именно вот раскачка и попадание, ну, а сам автоприцел сделан кончено. Мне не нравится. О, Дедвайся, здорово. Он постоянно, сука, в мои видосы попадает. Да он играет круглосуточно, он, блять, не отлипает танка Хикс. Долбоёб. Не, на самом деле красавчик, красавчик. Пижу. Если ты вдруг меня смотришь, ты красавчик. Так. Это я так, по-дружески. Да. Просто, чувак, если... Не, серьезно, если у меня не... Если бы у меня не было... Если бы у меня не было бы девушки, не было бы уже других дел, я бы закрыл сейф, я бы тоже бы не отлипал от танка Фикс. Я бы тоже задросил бы в них целыми днями, снимал бы видосики, угорал бы и так далее. Но, к сожалению, у меня сессия, к счастью, у меня девушка, и еще на работу пойду. Так что, блядь, танки Икс я играю там очень редко. Чисто, чтобы видосик снять, захожу. Так бы я играл бы, конечно, в них задротил. Так, и знаешь, что пи-пи-пи-пи, типа сос. Азбуку и морзе. А, и помогите, блять. А, я аптеки все спалил, пиздец. Помогите кто-нибудь, люди. Заберите меня от... Ой, блять, даблшот! Да, я дождался, я сделал даблшот. Красиво, ебать. О, мне... Это он мне пишет, блять? Как видишь, я тебя в дре добавил, спасибо. Это он мне или Надь, или тебе, или кому? Он в дре у меня уже так был. А, да, он пишет тебе привет, Свят. Привет. Знаешь, что... Сейчас, куда? Меня... Зик, ты знаешь, что Свят. А, он знает. Свитка. Магия. Ну ты же с ним общался, да? Нет, он YouTube мы чекнул. Ну, конечно. Да, Назик, я изменяю тебе с каким-то Васей. Чувак, я даже не знаю, как его голос звучит, что ты гонишь? Я с ним не общался. Ну, типа, я на Вазе в чате. А, в чате, да, возможно. Блять, не сдох. О, не, Сядик, то, бля. Что? Че, я тебя убил? Да блять, ну где прицеливание? Что за говно? Ну в танках онлайн я попадал бы. Че это за хуйня? Что, каждый раз постфриз в читер? Мне тоже здесь за так. Да, он неубиваемый, он неубиваемый. Я в него столько ДДшных громов выписал, он неубиваемый. Сука, чит не на убиваемых, чит на еще какую-то хуйню, ой, сорян. Чит на, блять, спидхак ебучий. Каких только читов я тут уже и не наснимал, это пиздец. Читы, баги. А ты видел баг на бесконечную битву? А, не, стоп, это же видос только что вышел, я его закрыл. Он у меня был в закрытом... Я бачил баг на бесконечную битву, я бачил, чувак такого, скажем, таки мы с боди заходили, типа, я таки починаю лахать, таки, чувак зайшов в битву, он набил 200 килів и битва не закинул. Да, нормально. Не, блять, там у чувака была косарь с хуем килов, но он был читер. Короче, у меня вот видос вышел, он у меня был в закрытом доступе, я сейчас его раскрыл. И, короче, можешь посмотреть, прикольно. Нихуя, 4000, так куда же их потратить, блять, у меня прям глаза горят. Ой, блять. Короче, го, я, наверное, какой-то 15 минут, слишком маленькая катка, давай сниму такой потный, плотный летсплей. Или лучше, или лучше на две части разлить, как ты думаешь? Не, нафиг, да все, я сейчас пройдусь его. Да? Нет, просто я как думаешь, летсплей потный на плотный на 30 минут сделать или разделить на две части? Бля. Я не знаю. Короче, ребят, давайте все-таки закончим на этом. Спасибо, что смотрели меня. Гром, короче, не берите. Если вы, да, если вы не любите гром на основе, то не берите его здесь. Чешуенный. Че, блять, заебал? А чешуенный. Какой чешуенный? Ну да, чешуенный, че. Ну, ты что, ну бля, ну ты что-то не дивишься, как его. Кого? Кого?
бля. Сверхъестественное, конечно, смотрел. Короче, ребят, всем пока. Это Ген говорит, а че шуен? Блять, я не смотрел, не знаю, в каком озвучке ты смотрел. Да, всем пока, ебать, все, встретимся в следующей части.